Ребят, всем привет. Владивосток, доехал. Идем по приборам, едем в порт. По машине до Владика дошел, предъяв нету таких критических. Седло вот надо приподнимать, что-то подкладывать туда чуть-чуть, потому что на прицепе там крылья в миллиметре, можно сказать, чуть какой-нибудь перекос, все, крылья царапает. Вот накладки на дверях, которые вот пластмассовые лесенки закрывают, они дребезжат, с одной стороны дребезжит, у кого-то этого не будет, у кого-то с обоих сторон будет, там резиночка такая толстая, вот она не задевает маленько лесенку, миллиметра два, наверное, дребезжит. Но завтра исправим, что еще такое по машине. Седло двигать не стал, потому что седло у нас это не пробивает, все нормально. И вот эти еще уши, которые вот боковинки спойлераза кабины, они не регулируются, не двигаются ничего никак. Вот, и потом, если сдвинешь, потом вообще там не пролезешь ничего никак, так что я так оставил, так нормально все. Вот, все, надо эти заехать, брызговики посмотреть. В Артеме тут заеду, посмотрю резиновые, ситраковские, если есть. Потому что родные они пластмасс, тонкий пластик такой, и он это, ну тоже болтается все, но ненадолго. То есть так, как можно сказать, для продажи только они, потом они сами отвалятся. Купить сразу, все сделать, пока время есть. Завтра стоять буду, завтра выгрузка, стоять и в понедельник стоять. Это все сделается. А так по машине нет, предъяв нету, все нормально, машина. Слава богу. Так, нормально доехали. Владика. Отсюда на Урал пойдем. Так, все нормально.